пан убивал. Угу. Это вот что-то сейчас такое же, скорее всего, было. Только с нами. О, ты проснулась? Илай хотел с тобой поболтать. Нынче очень трудно достать патроны. Братан, я способен на большее. Смотри, кто восстал из мертвых. Быстро ты поправилась. Мы следили за тобой, помощник. Да, что-то понравилось. Ладно, давай к делу. Я знаю, что случилось на юге. Теперь отец будет осторожен, и это хорошо. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя и демщики не ожидают там увидеть. Помощник, только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей. Удачи. Хорошо. Из всех, которые у меня есть глушитель. Я думал, у меня только снайперка. А тут еще как бы диалоги. Высылаем. Теперь, если окажешься в горах, будешь обеспечена всем, чем нужно. Но я все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Может, я была с тобой немного резка. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Илай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Вот в чем дело. Уити хочет включить пиратскую станцию. Илай, он сказал, что это поможет координировать действия. Но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. Хорошо. Тот, у кого снаряга, а тот, у кого голова на плечах. О, ты-то мне и нужна. Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Боеприпасы нынче хрен достанешь. Нет ничего лучше, чем выследить группу взломщиков и перестрелять всех по одному. Сейчас, подожди, я возьму пушку улучшителем. А, у меня денег нет, чтобы купить. Давай.
Да. Рак выберет, пиздец. Ты тоже выберешь. Да, все. Нашел, нашел. Ой-я. Ага. Ай. Чё? Всё, поехали, полетели. А, так я свою вызову. Ехай. А где? Все, нашел. На двух-то получше будет, нет? Здесь все равно по-тихому надо все проходить. Помощник, это Илай. Вижу тебя. Тут повсюду камеры. Не, главное, что их, чтоб не убили. Осторожней там. Я уже говорил, если тебя заметят, то убьют всех наших. Так что не попадайся им на глаза. Проберись по сточной трубе. Где? Так, ну вот один. А где еще? Кто меня видит вообще? А-а-а. Я если что пройдусь, прогуляюсь, хорошо. Тихо и спокойно. А хотя из этих тяжелых не вижу еще. А кто здесь? В этом? Их вообще никто не контролит. Ты башка трясся взял? Нифига не взял. Помоги! Бери, я настаиваю. Прошу тебя. Спаси нас. Спасибо, пас дьявола. Скорее отправляйся туда. Плохо дело. Двух ребят забрали к пасти дьявола. Если демщики нас обнаружат, это конец. А где мой вертолет? Чтобы выйти на волчье логово. Если наши откажутся говорить, их сбросят с утеса. Пасть дьявола к югу от тебя. Гони, помощник. Что за хрень? Так и в прошлый раз не было. Мы отнимем у Якова эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать Всё? На небо. Да-да. Ну? Ну, а заубивай! Так... Что убивать, ты должен был сесть со мной? У тебя сидит. И? Я ее не выпадил. Никак. Лера, я не могу, когда ты на меня смотришь. Чё, летим? Чё ты? В первый раз. Меня сбил. Черт. Они захватили тоннель. Если хватит дури, шурли
вытащить, иди поверху. Ты жив? Пока, да. Алла, я поднял. Чёрт, погнал! Так, теперь порядок. Спасибо. О, спасибо. Меня расстреляли. Причем тут спа... Полегче. Впереди блокпост. Прям под нами. Черт. Они захватили тоннель. Если хватит дури, лезь прямиком туда. А если решишь осторожничать, иди поверху. И чё поверху? Да. Лена просто. Я вижу, видел просто, как в меня летит это просто. Нафиг, нафиг, все, я внутрь. Вижу одного. Просто взял, спрыгнул. А изначально типа сказать не, что ты будешь прыгать. А это как надо сделать? Не знаю, типа думал, как обычно, мы просто расстреляем сверху. Так сверху же тоже надо убить будет. Да. Не думал, как мы будем делать. Это надо прям в воде, что ли. Выполняйте серию быстрых убийств. А их лидер, Илай, не герой, а жалкий труд. У них нет силы. Они слабы и станут добычей. Что, за тайником идем? Да. Хорошо, давай, веди. Ну, чё ты не едешь-то? На G нажми, зажми. Так, я пристегнулся, можем ехать. Кажется, мне не понравились. Остановишь? Я хочу выйти. Молодец. Негры на крыше ездили. Чуть не сидится в машине нормально. Там неудобно стрелять. А мне неудобно видеть.
Через как возродишься? Знаешь, запертую дверь, времени не было, мне послушались на выход, что надо было прийти, забрать смысл, я вижу покрепление серы, я буду старым чувствовать, кроме того, нашу снежную человека, приготовься. Что? Так быстро прочитал, непонятно. Это кровь. Вот это да, я слышал, это был голос настоящего дети. Он доносился в пещеру, которую я приметил в скалах еще раньше, чувствую именно сегодня, то есть не знаю, день, когда я встречу со снежным человеком лицом к лицу. Скорее вот тут. Да. Да, я? Все. А, нет, еще он. Карта. Чё, где едете-то? Окей. А, ты ключ нашел? Да. Я под карту провалил. И парашют не успел отбить. А можно было мне сказать? Что именно? Что ты умер. Ну а, откройте хижину. Всё. Серый. Что?